Сегодня в Долине Героев в Питкяранском районе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса неизвестному солдату. Предваряло открытие торжественная траурная церемония. Участники заложили капсулы с землей из братских могил со всех муниципальных районов и городских округов республики. Таким образом, они почли память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, и чьи имена остались неизвестными. Это очень правильный, очень нужный в современном мире урок истории для всех нас, для нашего поколения, для детей, для старшего поколения. Говорят, перед будущим засучи рукава, перед прошлым преклони колено. Мы действительно сегодня преклонили колено перед великим прошлым нашей Родины. Новый военный мемориал неизвестному солдату, на территории которого прошла церемония, включает в себя часовню и 18 памятных плит. Горсть земли из солдатских могил теперь под каждой из них.